Хочу вам продемонстрировать процесс записи с компьютера на какой-либо катушечный старинный магнитофон. Вот, к примеру, возьмем «Маяк-202». Знаковый для своего времени бобинник. Очень хороший в том плане, что имеет три скорости движения ленты. Это 9-я, 19-я и 4-я даже, вот видите. Удобное управление, неубиваемый, надежный, такой, скажем, своеобразный танк. В мире магнитофонов, конечно. В мире катушечных магнитофонов. Вот. Ну, в принципе, я думаю, у всех имеется представление о том, что такое бобинник. У многих, может быть, они имеются в наличии. И хотелось бы, так сказать, на этой ретро-технике послушать что-нибудь. Ощутить себя в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Ничего сложного в этом нет, на самом деле. Если магнитофон исправен, они, как правило, неубиваемые. Вот, сломаются достаточно редко. И где-нибудь в чуланах у вас, может быть, хранятся в исправном состоянии. Так вот, если он исправен, то для того, чтобы записать что-либо с компьютера или с ноутбука, какую-либо музыкальную композицию, а потом гонять на магнитофоне, собрав какую-нибудь ретро-вечеринку, для этого вам понадобится всего-навсего вот такой вот шнурок. Вот такой вот шнурок. Одна вилочка у него будет иметь вот такую, как вы видите, круглую форму, и в нем 5 штырьков. Раз, два, три, четыре, пять. 5 штырьков по кругу. Вот. Это так называемая по европейской классификации вилка 5-дин. Вот. А второй конец обычный джек. Обычный 3,5-миллиметровый джек, который включается в выход наушников любого плеера, скажем так. И вот мы берем эту вилку, берем наш магнитофон, в частности маяк, находим у него вот здесь сбоку универсальный вход. У него здесь, видите, целый ряд таких же гнезд под эту вилочку 5-дин. Вот. Нам нужен универсальный вход. Он, как правило, обозначается значком звукоснимателя. Вот не знаю, видите вы или нет. В данном случае вот он. Это такой кружочек, с которого торчит черточка. Схематически обозначена круглая пластинка, на которую лежит звук, на которую кладется звукосниматель. Вот. И мы в этот, соответственно, вход универсальный просто-напросто воткнем наш вот этот штырек, поскольку он туда, так сказать, как раз и подходит, и, собственно, для этого предназначен. Вот, вот так вот мы втыкаем. Ну, у маяка тут, в частности, еще есть селектор входов, так называемый, вот эти кнопочки. Для того, чтобы, так сказать, заработал конкретно тот вход, который у нас включен, нужно нажать эту кнопочку, выбрать вход, подключенный к магнитофону. Не у всех, скажем так, магнитофонов есть селекторы входа, у некоторых селекторов нету. То есть можно прямо просто воткнуть. Далее вот этот второй штекер мы втыкаем в наш компьютер, в выход звуковой карты, предназначенной для наушников. Выбираем какой-нибудь плеер, соответственно. Вот. И запускаем какую-либо композицию музыкальную. Ну, вот она у нас на компьютере, допустим. Ставим уровень громкости примерно в среднее положение на проигрывателе. Вот. И для того, чтобы не перегружать магнитофон. И вот уже, собственно говоря, после этого можем приступить к записи. А что мы делаем с магнитофоном? На магнитофоне мы включаем режим записи, предварительно включив паузу, чтобы лента не двигалась, пока мы не начали, собственно, запись того момента, который нас интересует. Ну, во-первых, включаем магнитофон, маяк включается вот следующим образом, включаем его на 9-ю скорость. Если несколько дорожек записи, то выбираем ту, на которую будем писать. Первая, четвертая, или там третья, вторая, или обе сразу. Вот маяк запускает и такую запись, обе сразу дорожечки. А дальше у каждого магнитофона по-разному включается режим записи. У маяка для этого нужно нажать на красную кнопку, утопив рукоятку, ее повернуть. Вот таким образом. Вот вы видите, у нас уже на магнитофоне звучит то, что было записано, то, что воспроизводит компьютер. Вот это индикатор уровня записи. Видите, там стрелочка бегает. Нужно добиться того, вот этой регулировочной рукояткой, чтобы стрелочка не заскакивала за черту максимума уровня записи, иначе будет искажение.
Ну а после этого мы отжимаем кнопочку паузы. И у нас пошла запись. Компьютер воспроизводит, играет. Магнитофон записывает. Вторую итальянскую песню 80-х годов прошлого века, как и положено этому магнитофону. Про мулатку-шоколадку. О! Уровень звука у маяка при записи несколько ниже, чем будет при воспроизведении. В чем мы сейчас с вами убедимся. Мы сейчас немножечко попишем, поглядим на эти чарующие вращающиеся катушки. Ну, скажите, что-то есть там. Живое, аналоговое, а не бездушные флешки с записями. Давайте поглядим, что у нас получилось. Включим перемоточку. И после того, как перемоталось, мы сейчас попробуем воспроизвести эту запись. Воспроизводится нажатием на эту ручку. И... Вот видите, записалось и довольно даже прилично, скажем так. Несмотря на то, что пленочка древняя, несмотря на то, что, скажем так, аппарат старенький, пишет и воспроизводит то, что мы с вами записали. Жива старая аппаратура. Скорости такие ужасные звуки получаются. На четвертой. Вот на девятой, но нормально. А это 19-я. Ну, вот видите, тут немножко прослушивается старая запись. Видимо, плохо стирает. Головка стирающая не почищена. То есть не до конца стер прежнюю запись с этой пленки. Но, тем не менее, как вы убедились, ничего сложного в воспроизведении записи нету. На этом хотелось бы закончить небольшой обзор этого эпизода. Спасибо за внимание.